Привет. Это у нас сейфовый замок, вроде как китайский. Вот с таким вот ключом, очень характерный ключ, здесь выемка. 9 сувальт. Значит, есть для него вот такой инструмент, именно для этого сейфа. Но открыть его очень тяжело, даже этим инструментом. Вот. Есть еще хитрость, с помощью которой можно открывать буквально за 2-3 минуты. Вот. Ну, это мы будем продавать в качестве видеоурока. Цену и на инструмент, и на видеоурок можете увидеть на сайте. Ссылки, телефоны, все будет на видео.